Еще раз хотелось бы сказать, почему я выступаю за то, что лучше поступать сюда в магистратуру и аспирантуру, а не в бакалавриат. Потому что, как я уже говорил, бакалавриат стоит очень дорого. И, ну, на мой взгляд, уровень образования не очень высокий. Ну, например, сравнивая с МГУ, если я говорю о технических специальностях. Я бы сказал, что когда вы получите здесь магистра и будете как-то дальше строить свою жизнь, то, понимаете, у вас уже будет, что вы закончили Оксфорд. Никто не будет сильно смотреть, какой у вас был бакалавриат, если вот магистра вы закончили в Оксфорде. Или, например, если вы закончили и бакалавра, и магистра где-то в другом университете, но здесь вы закончили аспирантуру, то опять же, то есть вот когда вы дальше будете искать работу или как-то ваш жизненный путь будет выстраиваться, будут смотреть по верхней планке, будут смотреть потому, вот по вашему DFIL, по тому, где вы закончили аспирантуру. Поэтому я бы сказал, это вот еще один аргумент за то, что сюда нужно идти все-таки на высшие ступени образования.